это батарейка и живой аккумулятор, да? Супер акции, супер цены, супер Краснодар. И район еще и называется Энка. Екатеринодар. Екатеринодар. Имени Жукова, ясно. Маршала Жукова, да. Ну что, красивый район. Магазин «Кованые элементы». Ворота и двери красивые. Очень. Спортивная школа ЦСКА. Вот здесь с правой стороны самый большой наш, ну, один из самых популярных. Вот Красная площадь. Вот здесь Эвекс, это гостиница и плюс там рядом Goldfit, спа большой. А почему мясной магазин называется Король? Ну, потому мясной что мясной король. Король. Мясной король. Там просто мясной, да, не видно. Да, мясной не видно. Ну я же не просто так говорю. Вот видишь, там за желтым домом, видишь, флаг. Гостиница. Хотел. Нет, вот гостиница, а там наверху вот эти две свечки, я тебе говорила. Угу. Сейчас вот эти две свечки, это там, где у меня. Понятно. Все видишь, понятно. Видишь, там тоже панорамные окна. Там закрытая территория как-нибудь. Grand Spa Hotel. Да, здесь очень. Здесь спа-отель, потом дальше Goldfit and Spa. И, современный Краснодар. И дальше вот там вот. Гостиница и конгресс-центр большой, и вот там вот и американские шевролеты, ну, в Краснодаре. Американские, да? Конечно, Шеви это чисто американские. А я думала, Шевроле это Франция. Французский Citroën. Вот, так что вот это вот самый большой торговый центр, ну самый популярный, скажем так, сюда едут практически со всего, Шкода. Со всего края, да? Он и самый первый был. Он, да, и он такой самый раскрученный центр, и здесь, вот здесь есть и вот этот МФЦ. То есть это дорога на Ростовское шоссе? Это дорога, да, это развязка. Школа здесь, танцев. Вот видишь, здесь всегда машины, то есть всегда полно машин, потому что в этом центре здесь есть все, здесь есть рестораны, бары, гостиница есть, да, есть все магазины, которые тебе вздумаются. Все для жизни называется, да. Район все для жизни. А вот здесь наша церковь.